Действие умышленно Сарафанов, находясь в офисе, расположенном в доме номер 50 по улице Ватутина в городе Первуральске, являясь директором и единственным учредителем ООО УК «Уралагрострой», как лицо, выполняющее организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в коммерческой организации, преднамеренно не выполняя взятые на себя обязательства директора управляющей компании, злоупотребляя доверием Сарафанов с целью осуществления своего преступного умысла, направленного на противоправное безвозмездное обращение в свою пользу и пользу третьих лиц, поступившие от населения денежных средств, получил указанные денежные средства на расчетные счета УК «Уралгострой». Таким образом, своими преступными действиями ввел ООО СТК в заблуждение, что оплата будет производиться. ООО СТК осуществляет фактическую поставку тепловой энергии в виде горячей воды на нужды центрального отопления и горячего водоснабжения, добросовестно полагая, что собранные ООО УК «Уралгострой» жильцов многоквартирных домов денежные средства за фактически поставленные тепловые ресурсы руководителем ООО УК «Уралгострой» Сарафановым будут перечислены на расчетный счет ООО СТК. При этом Сарафанов оспаривал в судебном порядке суммы, выставленные к оплате за тепловые ресурсы ООО СТК, умышленно не перечисляя в адрес ООО СТК фактически полученные от населения денежные средства. В период с 18.03.2010 года по 27.04.2010 года на расчетные счета ООО УК «Уралгострой» от населения поступили денежные средства за поставленные тепловые ресурсы в сумме 13.316.977 рублей. Таким образом, за период с 18.03.2010 года по 27.04.2010 года директор и единственный учредитель ООО УК «Уралагрострой» Сарафанов имел реальную возможность исполнить свои обязательства по фактическим поставленным тепловым ресурсам перед ООО СТК путем перечисления собранных за отопление и горячее водоснабжение денежных средств с населения проживающих обслуживаемых ООО УК «Уралагрострой» домах в размере 7.716.977 рублей 4 копейки. Злоупотребляя доверием ООО СТК, действуя из корыстных побуждений, достоверно зная, что на счет ООО УК «Уралагрострой» от населения поступили денежные средства в качестве оплаты поставленных тепловых ресурсов, обязательства ООО УК «Уралгострой» перед ООО СТК за период с 18.03.2010 года по 27.04.2010 года Сарафановым, имеющим реальную возможность распоряжения денежными средствами, были исполнены на сумму 5.600.000 рублей. То есть обязательства ООО УК «Уралгострой» перед ООО СТК не были исполнены при реальной возможности их исполнения на сумму в размере 7.716.977 рублей 4 копейки. Ну, я считаю, преждевременно. Комментарии, я серьезно. Дмитрий Александрович, пойдемте переговорить. Вы сказали, это как-то связано с политикой, а в чем суть-то? Ну, слышали, можно.